Из-за пандемии коронавируса в Самаре особое внимание уделяют дезинфекции всех объектов уличной инфраструктуры. В частности, специалисты обрабатывают модульные и стационарные туалеты. Только на Волжской набережной их больше 20. Вот с помощью вот этого аппарата мы обрабатываем, то есть там специальный раствор для обработки. Нажимаем, обрабатываем. Специалисты используют в работе рекомендованный сотрудниками Роспотребнадзора хлорамин Б. Это вещество гораздо дешевле спиртовых аналогов, но не менее эффективно справляется с инфекцией. Модульные кабины на Самарской набережной дезинфицируют специальным хлоросодержащим раствором. Эта жидкость полностью безопасна для здоровья людей и животных, зато она практически мгновенно убивает любой вирус. Туалеты обрабатывают как внутри, так и снаружи. Обработкой уличных уборных занимаются по скорректированному графику, с оглядкой на погоду. Это необходимо для того, чтобы раствор не превратился в ледяную корку. Мы в основном привязываемся к температурному режиму, чтобы не было минусов. Но пока обработка идет, то есть пока погода позволяет, то есть обрабатывается каждый ежедневно. До пандемии коронавируса туалеты тоже держали в чистоте. Рабочие использовали универсальные моющие средства. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, которые в марте появились по поводу предотвращения распространения инфекции, дополнительно к существующим работам помойки, обработки универсальными средствами, добавилась обработка именно и внутренних поверхностей всех общественных туалетов дезинфицирующими средствами. Помимо туалетов, на улицах города обрабатывают остановки общественного транспорта, лавочки, пандусы и перила. Специалисты дезинфицируют детские и спортивные площадки, турники, качели, горки и другие контактные поверхности. В парках – закрытые кабинки колеса обозрения. Работа в этом направлении продолжается. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.